Все, у тебя Так, скина всем на привет, с вами Гамби. Сегодня со мной Ваня, просто в зрителях побудет. Всем привет, посмотрите на время у Германа. 29, ну-ка. Ну да, На часах. 8 утра. А по моему это 7:15, а не 8:15, как у Германа. Так, Мы в открываем. разных городах живем. Он в Омске, а я в Березниках. Бонус 10 биткоинов. Типа круто. Одного не Круто. хватает, блин, вы чё, дебил? Так. Ладно. Я боюсь Чего у тебя открывать, слышишь? 6 рублей? Я не знаю, Мне что вообще тебя страшно, открыли бы. мне очень страшно. Давай за Проводка. 15 для. Ага. Пожалуйста, выпади, какой ты хороший дроп, Германа. Да нет, это окуп. Потому что... Это окуп, потому что ты видел, он 12 рублей стоит. Сколько А кинет? 19. Блин, извиняюсь, это 19. Он 20 рублей Он еще стоит. кинет. Нифига сейчас. Облако Блин. хорошее. Злобный Дэйми. Ах, иди, 200 рублей. Последняя сумма, блин. Сохрани, сохрани, Это это окуп. хорошо. Так, у меня тег 9 есть уже. Башка, бать, ползуть. Так, у меня есть тег 9. Вот этот. И облако. 70 рублей. Так. Можно не армейский вообще кал. Не, да, кал полный. Давай откроем вот это ради. Рискнем, короче, ради вот это 55. Ну, давай попробуем. Пожалуйста, нормально. Сюда 70 рублей. Так. Ну, Офигеть! Офигеть! Везет. 25 рублей еще на балике. 25 рублей. Я хочу тебе открыть. Нет, это не выкуп. О, 13 рублей. Сервер Авито. Не фигня, по-моему. Ладно. Можем открыть это за 29. Еще давай я продам какой-нибудь скин. Какой-то Так 9. говной скин, Так 9. который Давай, тебе не давай так нужен. 9. Он самый. Давай так, наверное, все, nice. Теперь у нас 45 баликов. 45 В честь рублей Вани на выпади, как балике. вчера. П3, П250 охотник. Прикол, что я натуре охотник, да, выпадет из рунического. Мне Что? 50 рублей Мне окуп окуп. дали, мне опять окуп дали. Офигеть, Мы тебя все окуп открываем дают. окуп. И да, последний за 13. Какие опять что-то окуп, но будет скорая стая лук. Не, никогда, никогда. Ну, за 6 рублей. Ну да, Нифига, 6 я хочу рублей, контракт. конечно. Бизончик. Ладно. Напиши что-нибудь. Ну, 3 рубля поставим вообще на фул. Фу, футболка. Это? Ну, хоть, ну, да. не-не-не, это апгрейд, точно, я забыл. Так. 6, да? Да, хотя бы до 19. Ваня, если выпадет, я буду рад. Если, например, вот это выпадет, я тебе его дам. Да? Круто. Крутой. Очень высокий шанс выпасть. Иди нахуй. Офигительно, что еще? Зато мне дают риски на все. Я богач. Че, выводим их? Лет прошь. Попробуй. Подожди. Ага, гадюку выпусти тоже себе. Сюда, Ага, блядь, все. все, давай, я тебе руку пожму через экран. Какой через экран телефон, кажется. Ну, у Я тебя тебе рука, руку блядь, пожму. просунется.
Ух, чё за тяги бархатные? Чё за бархатные тяги? Дядя, чё за бархатные тяги? Ctrl-R нажми. А нет, это кажется... Чё? Подожди, я рельстрон буду. Я тебе тогда потом вот это дам. Вот это ты дашь? Да. Два за это сколько он, получается, стоит? Позырить, сейчас позырю. 46 рублей. Ты можешь потом... Что такое дорогое? Ну-ка. Сколько у меня на киви рублей, Ваня? Если у меня еще будет хоть один рубль, у меня будет еще один биткоин, и мы сможем открыть, короче, кейс за биткоин, блядь, сколько у меня. Ни одного не хватило, бля. Можно называть это вот коины кейс-батлы вот так вот. Коин... Вот, батл коинс, точно. Пополнить киви. Да, блин, минимально 10 рублей, у меня 41 копейка. Блин. Блин, почему? Сейчас погодите, мы найдем как-то. Своему времени. Мы решили, короче, Ване подарить скинчики. Оля. Вместо того, чтобы открывать кейс на КБ, где скинчики брать. А так можно было на мой адрес? Сразу и же. И калаш тебе. Пулик. Вау. Вау. Африканская сетка. И все. Ура. Скин. Это придется 25 октября. Ну, считай, скоро. Получается, мне 25 октября. А Дигл, наверное, завтра. Неделю ждать. Да, Дигл завтра. Надо неделю в натуре ждать. Ну, пофиг. 5 этих. О, что? Что? Я ж тебе говорю, у меня еще останется. Ну, давай еще мне какой-нибудь скин говняный. Есть, но у меня он очень говняный. Я тебе его сейчас прямо дам. А, я тебе же... Бля, я не понимаю. Чего? Всё, ладно. Может, я такой дигл? Такой дигл? Не-не-не, подожди. Стой, а, вниз проставил. У тебя такой, наверное, есть уже. Ну, конечно. Friend. Я тебе не помню, что рядом со мной очень... Ладно, давайте, он есть. Ты чё, кейс не обменишь, он дорогой? Окей, я сейчас тогда зайду на трейдит. Ты с компа зайди. С компа? Не хочу, я хочу стельчика. Ладно, я выберу себе такой. Что, у тебя разлом? Да, у меня кейс разлом, а чё? Подожди. Да я посмотрю, вдруг он дешево стоит. Блин, я тебе свой последний кейс отдал разлом. Ваня, он где-то 100 рублей стоит. Вань, чекаешь демку? Стой. Восемьдесят 6 рублей.
Где? И забираем на халяву, пацаны. Опа. Сюда. Подожди, какой пароль этот вот от моего аккаунта в Стиме? Как обычно. Ладно, ребят, с вами была Гамби и Ваня. Открытие было просто имбовое. Ну, 10 минут, ладно, всем удачи, всем пока, пока, Ваня, попрощайся. Пока! Скоро будет ролик сегодня с Ваней, где-то вечером, по-моему, с кому времени. Да? Да. Всё, прощай. Всё, пока.